Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Зов Ктулху. Есть большая вероятность, что этот сеанс игры, который я потом разобью на несколько частей, окажется последним, потому что предчувствие меня, я надеюсь, не обманывает. Игра уже близка к завершению. Мы, по-моему, практически всех, кого хотели, убили. То есть, на корабле в битве погиб Дагон. Братья Марши тоже уже. Один сам ликвидировался, а второго ликвидировали мы. Осталась Гидра и, собственно, Ктулху. Так, и что? Что мы тут вообще имеем? Там-то понятно, вот тут, что за ход у нас. Давайте посмотрим. Пушка, конечно, у нас очень мощная, хорошая. Так, ладно, давайте сначала вниз все-таки сходим. Что-то я прям разрываюсь. И, судя по всему, у пушки он значок бесконечности на... Слишком опасно. Нужно найти другой способ отсюда выбраться. А, так я на водопаде, мне вон туда надо. Вон туда он. Ой, что это было? Какой-то камнепад, пока я пытался прибавить звук на наушниках, он меня прихрен начал. Ну да ладно. Давайте подлечимся, раз такое дело. Нам тут сосок оторвало. Ладно. Давай быстрее лечись. Не трать наше время. Давай, Джек. Я думал, мы оказались в какой-нибудь параллельной реальности или что того хуже. Но, собственно, мы оказались в том же месте, только маленько подальше. Так, я все-таки похожу пока с своей винтовкой, потому что она, мне кажется, гораздо более эффективным оружием, чем этот мегабластер, который сначала раскручивается. Ой, патроны-то кончились. Да подожди, не стреляй. Ой. Взять его! Тихо. Блин, а? Да, довольно-таки неудачно все получилось. Но получилось, тем не менее. Давайте еще раз подлечимся. Лечиться, еще раз лечиться. Так, давай. Долго лечится. Видимо, нехило у нас порвали. Что у нас там вообще? В принципе, всего пока в достатке. Так, давайте осматриваться. Что у нас тут есть? О, это какой-то храм, что ли? Так, дорога ведет куда-то наверх. Это не лесенки? Нет, это не лесенки. Что у нас здесь? Здесь у нас, похоже, ничего. Хотя как ничего? Патроны? Тут ничего интересного. Так, и что еще тут? Неужели больше ничего? Обстановка здесь временная. А, ну ладно. Нет, так нет. Не хотите, как хотите. Ага. Я понял, где это мы. Это я там. А то ты не понял. Добрый день. Хорошо. Так, еще есть кто? По идее, еще должен быть. Мне сейчас, насколько я понял, если больше идти некуда, судя по всему, мне этой энергетической пушкой надо разогнать там твари. Ой, то есть не твари, а этих. Уф, как их называют-то опять? Я устал, блин, опять сговариваюсь. Морских звезд. Морские звезды у нас, я думаю, электроудара не перенесут. И это хорошо. Так, здесь у нас спуск вниз, похоже. Да-да-да. Там еще есть дорога наверх, конечно, но да и хрен бы с ней. Я, честно говоря, лучше пойду сюда. Так. Тихо. Это что такое? Ой, блядь. Суки. Блин, да как вы появились, а? Еще скачет.
тут вы вроде меня не достаете. Мы будем этим пользоваться. Еще один. Еще есть. Блин, как вы неожиданно напали, а? Я ж прям срался. Да. Не берегут они мне. Не берегут. Так, здесь у нас нигде больше аптечек нет. Меня опять порвали, да? Да, и причем опять нехило. Что-то сегодня меня как-то напряженно начали рвать. В прошлый раз я играл, у меня все получалось легко и непринужденно. Ну да ладно. Двигаемся сюда. Мы все равно прорвемся, ребят. Не волнуйтесь. Не впервые уже. Не через такое проходили. Давайте пользовать Томпсон, а то вы его практически не видели. Я им практически не пользовался. Тут мы отколупали камешек. И тут у нас сохранение. Давайте его используем сразу. И двинем дальше. Блин, да что ж ты, Джек? Так, сейчас мы спустимся туда. Оп. Аллея. Оп. Так, внизу никого нет. Кажется, никого. Это хорошо. Или это кто-то стоит? Да нет, по-моему. Все-таки никого. Так, и что? Я надеюсь, меня зашибет электричеством. Давайте я лучше отсюда выстрелю. Потому что стоять по колено в воде и бить в нее электрошокером — это довольно глупо. Так, выстрела не было, что ли, я не понял. Да, выстрела не было. Вот так вот, да. Ну-ка, результат есть. Да. Сдохли все твари. Жареные морские звезды. Хорошо. Так, это у нас что за впадина? Ого. Ого-го. Ой-ой-ой. Так, нам отрезали пути к отступлению. Это не радует. Ох, блин. Вы чё так резко-то, ребят? Так, а дураком можно стать. Так, как обычно при переходе на новую локацию. Я секунд 3 не могу двигаться. Ну да ладно. Не могу, так не могу. Очередное сохранение. Сначала возьмем аптечку и сохранимся. Да, скорее всего, конец близко. Ух ты, блин, это что за провал? Я просто не знаю уже, что тут еще можно наворотить. По-моему, саму идею такой игры они выжили досуха уже. Это что за каверна такая огромная? Это охренеть. Что, мне спускаться? Так, я не думаю, что это будет хорошая идея. Хотя какой у нас есть выбор? Что такое вообще? Блин. Да уж, да уж. Ничего себе. Я лучше возьму бластер, чтобы мне с ним будет спокойнее, я думаю. Так, и чё, куда я попал? А, тут спрыгнуть надо, видимо. Так, перебираемся на тот берег. Чтобы мне это не дало. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, а? Я чё, ногу поломался? Да, причём моби. Вот неудачно. Тихо, тихо, что там творится за спиной?
Блин, надеюсь, на меня сейчас ничего не упадет. Где там моя пушка? Что творится? Ты кто такой, блин? Это что? Что это такое? Их две. Ага. Они в себя затягивают. Охереть. У них такие рожи, как будто они после недельного запора. Давай. Ты дохнешь вообще, нет? По крайней мере, не надо давать ему рот открывать. Так, куда ты исчез? Ой. Блин, ты опять пришел. Я, по-моему, неудачное место какое-то занял. Ой-ой-ой, не хана, да? Да, как я погиб, я еще шевелился. Так, ну ладно, будем знать. Это просто эффект неожиданности сработал, я не знал, что с ними делать. Фу, блин, какие страшные ребята. Так, надо как-то с ними. Надо найти место, где от них можно прятаться, похоже. Они потому что засасывают, и у меня отнимается куча жизни таким макаром. Да, с пистолетом. Это я пошутил, конечно, против них. Или с ножиком, тем более. Так, давай, бери. Так, все, ничего не хочу знать. Бежим. Что это, как это? А, нет, я думаю, внизу мне тут получше будет. Идите, тварь. Вон она. Блин, да уберите тряску. Так, у Джека истерика. Чё происходит? Я ни хера не вижу. Вот главная проблема этой игры в том, что постоянно это зрение мешает, собственно, играть в игру. Я вообще ничего не вижу, это я не знаю. Может, конечно, охренительно крутой код был на 2005 год, но, блин, ребят, когда просто ничего не можешь сделать из-за того, что не видишь, это, по крайней мере, странно. Блин, я еще и промахнулся. Так, а может мне даже тут остаться? Блин, они с двух сторон, это какая-то замануха. Пусти меня, большая черепаха. Так, что делать, как быть? Куда податься? Блин, а? Да харе, слышь. Есть вообще смысл тебя стрелять из огнестрела? Ты, по крайней мере, сваливаешь от меня. Попробуем полечиться. Похоже, когда я тут сижу, они не могут меня доставать. Это, если правда, то будет хороший способ их убить. Конечно, многие назовут это багоюзанием, но
Если игра один сплошной баг, то что поделаешь. Куда ты свалил? Опять не попал. Да блин, что ж тебя так плохо видно? Хорошо. Блин, ну что ж так все коряво. Я не пойму, как у него прицел, по какому принципу работает. Вроде в центр экрана загоняешь, а шарашит один хрен мимо. А ты где? Хрен поймешь, хрен поймешь. Откуда сосуд? Сосуны. А вот ты. Нашел таки место, да, как меня достать? Что, нравится? Блин, да вы вообще подохнете, нет, когда-нибудь? Куда исчез? Ага, ух ты, блин, как ты близко, а? Может, не надо? Я же на живую могу атаку пойти. Может, с крайнего упора бить? Так, вы где? Покажись. Явись. Какой ты урод. Не стреляй. О, неужто один сдох? Фу, если он сдох, то это будет просто прекрасно, по-моему. Так, ну что? Ага. Чё? Съел, скотина? Ах, мы на коне, вы в говне. У меня даже здоровье не потратилось. Так, все хорошо. Блин, почему я рефлекторно хочу взять винтовку в руки? Я уже настолько к ней привык, она мне родной стала. Я надеюсь, с вами покончено. Черви или кто вы? Хер поймешь. Ну давай запрыгивай, елки-палки, еще упади сейчас давай. Это я просто, я этого не переживу. Так, уберем эту пушку, хотя бы из-за того, что она закрывает половину экрана. Так, а смысл мне туда прыгать? А куда мне вообще идти? Куда идти? Непонятно. Ага. Да уж. Так, подождите. Ну блин, это несерьезно просто. Я ж, по-моему, тут только что прошел. И чё я скатываюсь? Так, вот так вот я прошел. Фу. А, блин. Наверх. О, наверх лезешь. Хорошо. Это хорошо. Угу. Вон оно что. Надо оглядываться всегда назад. Помогает в жизни. Аптечка. Аптечка — это хорошо.
Так, идем дальше. Это что такое? Кто использует колеса для закрытия решеток? Так, что это? Где это мы вообще? Где-то вообще в глубинах земли. Просто, но очень глубоко. Аптечка, это нам типа поощрение такое за убийство, не знаю, не знаю, что это за твари вообще были, я не понял. Давай, давай, молодец. Так, хорошо, еще одна аптечка, сейчас возьмем. Все, что у меня там по аптечкам? О, полный набор. Просто отлично. О, сохранение, радость-то какая. Так. Сохранение, это хорошо.